А, ну подожди, это получается рубайлы, которые такие классические, я против них играл. Ну что, давайте. Слово императора – закон. Если я сказал, что за донат буду играть на севере, и тем более на рубайлах, что ж, буду играть на севере и на рубайлах до тех пор, пока кто-то не купит новую колоду. Да. Сейчас я весь измажусь северным навозом. Ну да ладно. Один раз можно, так скажем. Так, а я вот мне интересно, я сделал новые карты севера? Ребят, я новые карты севера даже не сделал. Вы видите, как мне вот глубоко начихать на эту фракцию? Абсолютное неуважение к фракции севера выражается в том, что я вот походу только их карты и не сделал до сих пор. Да уж. Ну а смысл делать эти карты, если их всех, ну просто вот все это можно уничтожить очень легко колодой тактики, где есть капитуляция, дорогие друзья. Ну, что с них взять?